Добрый день, друзья, с вами Ремист, и мы продолжаем проходить кампанию СК-2 HOTS. Сегодняшняя миссия называется «Зараженные». В общем-то, вы помните, что в прошлой миссии мы стали королевой всех зергов, улучшили себя просто до неимоверной мощи, и нам по радио передали сообщение Арктура Менгска. Он сказал, что Джим Рейнер все-таки жив, и что если Сара хочет, чтобы он не умер, она должна не нападать на Арктура, то есть не предпринимать никакие попытки, чтобы спасти Джима. Вот. Но Сара все-таки поклялась, что разрушит империю Менгска. И сегодня мы вот на одной из таких вот баз тиранов находимся. Нам помогает вот такой вот, не знаю, генерал. Сейчас мы прослушаем от него брифинг. Собственно, ну, нам нужно нейтрализовать защитные системы вот этой вот лаборатории, на которой тираны проводят какие-то интересные исследования. Главный вход платформы Скайгер хорошо укреплен. Прежде чем атаковать лабораторию, нужно уничтожить оборонительные силы тиранов. Окей, оборонительные силы тиранов. Поехали уничтожать. Так, используйте заразители, чтобы взять под контроль особо мощные боевые единицы противника, такие как торы, крейсеры или иную тяжелую технику тиранов. Хорошо, видимо, здесь нам дадут заразителей. Эти юниты были уже и в предыдущей части Старкрафта. Ими можно много чего хорошего сделать. Сейчас, видимо, мы первый раз с ними познакомимся. Вот, вообще, как я понял, на вот этой вот в этой лаборатории Skygear, по-моему, она называется, или Skygear, проводятся опыты по скрещиванию зергов с тиранами и скрещиванию зергов с протосами. Это делается для того, чтобы сделать существ сильными, как зерги, и с очень развитой псионической способностью, как у протосов, у тиранов. Я не знаю, зачем скрещивать с тиранами. По сути, тираны — это самая слабая раса, у них только техническое оснащение самое крутое, а сами существа, как бы, они слабые, вот. Но, тем не менее, здесь очень разные скрещивания проводятся. Вот, и, видимо, Сара хочет все это дело прекратить. Окей, поехали. Большая-большая база. Этот лифт — единственный способ проникнуть в лабораторию, а также второй по охраняемости объект во всем Доминионе. У них много морпехов. Они послужат материалом для нашей армии. Наши заразители внедрят верофагов в эти гарнизоны. После заражения я использую инфицированных тиранов, чтобы расчистить площадку для десанта. Мы высадимся, прежде чем доминионцы успеют среагировать. Отлично, нам дали заразителей. У нас уже есть микоз. Это вот так вот можно сделать и убить. То есть сами заразители вообще не имеют никакой атаки, они могут просто применять способности. Так, ну вот. Какой-то верофаг мы строим, чтобы заражать местных вот таких вот тиранов. Давайте посмотрим, что же там будет такое интересное. Кто оттуда пойдет, может, какие-то юниты? Ага, отлично. Заразители могут двигаться дальше. Верофаг сам инфицирует окрестные здания. Мы их не можем брать под контроль. Ладно. А вот сейчас мы возьмем под контроль Банши, видите, она сейчас за нас. Так, можно еще под контроль взять вот этого вот мародера. И так далее, и так далее. То есть мы будем брать под контроль все сильные юниты противника. Всех сильных юнитов. Окей, погнали дальше. Так, ну проходим. Сейчас вон те тоже возьмем. С помощью паразитического подчинения можно взять под контроль тяжелую технику Доминиона. Ну, давайте. А, черт подери, почему я не могу-то? Оп. Недостаточно энергии. Мне нужно поглощать вот таких вот юнитов, чтобы у меня восстановилась энергия. Так, ну-ка, все, отлично. Взяли под контроль каких-то аспидов. У меня 3 заразителя осталось. Ну ладно, в принципе, не так уж и плохо. Так, берем под контроль этого огнеметчика. Отлично. Так, видимо, здесь у нас сейчас будет база. Давайте захватим все это дело.
Так. И у меня есть несколько боевых единиц тиранов. Причем достаточно сильных единиц. Так, давайте, убивайте все. А, нам просто нужно, видимо, базу разрушить. Вот еще Банша. Кстати, Банша может невидимой вот такой становиться. И просто-напросто настреливать. Так, ага. Вот здесь вот еще. Подведите заразителей сюда. Видимо, там еще один верофак будет стоять. Так. Кстати, я взял очень классную способность у Сары Керриган. Теперь на слизи мои войска двигаются быстрее и бьют сильнее. Бьют быстрее. То есть у них увеличена скорость бега и скорость атаки. Так, ну все, заразили три гарнизона. Что дальше? Серги заражают комплекс. Открыть газ. Ага, сейчас газ, видимо, будет какой-то. Так, и что мне делать? Моя королева. Газ уничтожает зараженных тиранов. Мы в любое время можем заразить новых. Пусть они убивают друг друга. Химическое оружие. Эффективное средство уничтожения. Резервы Доминиона закончатся. Газ нестабилен. На синтез нужно время. Тогда мы продолжим атаку. А пока мы останемся здесь и будем защищать верофагов. Отлично. То есть мне сейчас дадут базу, да, замечательно. Сразу делаем рабочих. Так, вот эти вот у меня юниты. Это тиранские юниты. Мы ими просто сейчас будем разведывать. И, возможно, что-то захватывать. Во славу Роя. Так, газ, видимо, 2 минуты будет еще делаться. За это время мне нужно развить как можно быстрее базу. И, возможно, захватить еще несколько юнитов в свой контроль. Я чувствую, что рядом есть другие гарнизоны. Так. Зарази их, и они станут частью Роя. Отлично. Вот эта штука что такое? Научное судно. Она может чинить и может какое-то облучение делать. Ну, ладно. В принципе, давайте. Пока базу развиваем, не будем пока ничего такого сильного предпринимать. Так, вот здесь вот еще верофаги. Так, мне можно так-то еще до... А, нет, дальше я не хочу пробираться, потому что там вот такой вот бункер. Он на самом деле достаточно сильный. Приказывай. А, ну давайте вот все единицы тиранов просто туда подведем. Захватывай Баншу. Как, блин. Да чтоб тебе. А, Баншу вообще нечем бить. Вообще нечем. Офигеть. Уа, жесть. Берем. Эх, не удалось. Не удалось взять под контроль. Опа, Доминион атакует здесь. Ну-ка, побежали. Ну-ка. Будем защищать. Так, научное судно тут что-то защищает, что-то чинит. Наших аспидов чинит. Так, ну что, давай, убивай всех. Твоя королева слушает. Минск будет страдать. Пыш, давай, отлично. А, в общем-то, надо, видимо, нам вот эти штуки защищать все гарнизоны. Давайте возьмем несколько рабочих и будем строить из них как бы эти, ну, защитные-то тюрельки. Давайте вот сюда вот сейчас поставим несколько защитных тюрелек, ползучих плеточников. Так. Чтобы максимально эффективно добывать газ. А это нужно, эволюционную камеру нужно. Что такое эволюционная камера? Это вот такая вот штука. Мы ее тоже сейчас построим. Так, в экстракторе 3 рабочих, чтобы они добывали газ. Хотя нам газ, в принципе, здесь не особо нужен. Нам нужно больше минералов. Кстати, мы можем строить? Да, мы можем строить заразителей. Супер. Так, ну что? У доминионцев закончился газ. О, отлично. Чтобы восстановить подачу газа, понадобится время. Отлично. Атакуйте вместе с зараженными. Убивайте всех на своем пути. Так, давайте-ка под контроль возьмем вот тот вот танк. Давай. Отлично, он мой. Супер. Так, ну что, здесь можно, в принципе, тоже захватить все эти штуки. Давай. Отлично. Так. В принципе, вот этот танк можно здесь вот развернуть, чтобы он защищал. На хайграунде его развернуть, и там он вниз будет достреливать. Заражение прошло успешно. Так. Теперь лагерь под контролем Роя. Здесь нужно еще построить антиаэр. Делаем еще несколько рабочих. Еще один гарнизон.
чтобы сделать антиаэр. Так. И несколько рабочих еще к остальным гарнизонам. Сейчас мы тоже Защищайте будем подводить. Лабораторию! Мы карающий меч Доминиона! Ага, пойдем захватывать еще юнитов. Вот, например, вот этого. Доминион Отлично. Проводит эксперименты над живыми зергами в этих О, лабораториях. Смотрите, смотрите. Если Оп! Здесь опухоль, а, нету энергии! А, нет, все, отлично. Смотрите, захватил еще один осадный танк. Он сейчас просто тут всех убьет. Отлично. Так, ну что, дальше ведем наш отряд зараженных. То есть отряд зараженных тиранов. Как вы помните, я тут много кого захватил. Так, восстанавливаем энергию заразителям. Это делается с помощью поглощения вот этих вот... Как их называть-то, я даже не знаю. Ну, зараженных тиранов, которых мы не контролируем. Так, я вообще хочу что сделать? Я вообще хочу построить еще несколько рабочих. А этих рабочих, например, из них построить плеточников. Ну, опять же, защиту. Как я уже говорил, да? Так, отлично, сейчас 4. И тут еще надо парочку, чтобы сделать антиаэр. Так, в принципе, у меня есть ресурсы на это дело, да? Отлично. Так, так. Они атакуют нашу базу! Ни шагу назад! О, мы уже их базу атакуем, круто. Так, ну что, здесь собираем все это дело и начинаем убивать базу. Заразителей ведем дальше, чтобы они здесь еще кого-нибудь захватили. Я думаю, что здесь много чего можно еще захватить. Так, отлично. Что здесь такое? Опа. Что на этой платформе есть другие гарнизоны. Захватили каких-то собачек. Прикольно. И что эти собачки могут делать? Так, давайте-ка поглотим. О, запуск. Офигеть. Ядерка поехала. Нет, давайте-ка оттуда отойдем сейчас. Так, вот эти собачки. Я не знаю, пусть стоят пока. Так, все. Здесь у нас, в принципе, еще одна база может быть. То есть я, наверное, сейчас ее здесь поставлю. Отлично. Там ядерка уже, собственно, прошла. И сейчас я хочу захватить еще тут несколько юнитов. Я тут так посмотрел, вроде тут еще кто-то был интересный такой. Оп, замечательно. И пусть они там с друг другом сейчас воюют. А, мне здесь можно, кстати, захватить эту точку. Ну, давай. Отлично, это еще один верофаг. Мы строим еще рабочих, чтобы его защитить. Пусть они вот сюда бегут. Вперед, до входа рукой подать. Доминион начал подавать газ. А, все, умерли все. Печалька. Готовьтесь к нападению. Защищайте верофагов. Да, нам нужно верофагов защищать. Кстати, мы можем сейчас... А, нет, нам не нужно... Отлично. Нельзя ядерный удар сделать. Силы Доминиона теряют контроль над платформой. Так, ну, в принципе, у меня все защищено. Наведем здесь порядок. Так, это что такое? А, здесь можно новую базу сделать. Давайте возьмем рабочего, пойдем новую базу делать. Просто чтобы была. На самом деле она нам не особо нужна. Так, делаем несколько надзирателей. Опа, это на нас нападают? Ну, в принципе, смотрите, у нас здесь... Отлично. Все защищается, все достаточно легко защищается. Сейчас тут будет высадка. Ну да. А мне здесь вот надо еще захватить, видимо, эти верофаги какие-то поставить. О, смотрите, как я танк хорошо поставил. Он просто... Ну-ка, захватываем. Отлично. Отлично, у меня есть викинг. Кстати, викингом можно летать вот так вот. Так, здесь у меня есть рабочие. Я хочу защититься. Хочу защититься вот каким-то вот таким вот образом. Опа, наши войска такое. Вот это жесть, и что мне делать? Так, мне нужно танк, значит, куда-то туда подводить. Офигеть. Ладно, делаем собачек. Жесть. Сейчас, если верофак убьют, вот это будет вообще жесть. Нет. Печалька. Уничтожил одного из верофагов. Да. Плохо. Лагеря не пострадали. Заразитель может повторно вживить верофага. Я просто знаю, что здесь есть ачив захватить все верофаги и не потерять ни одного. Но я не думал, что они так вот смогут... прорваться на самом-то деле. Ну ладно.
Ничего страшного. Сейчас тогда пойдем их просто убивать, потому что эту ачивку я уже не сделаю. Поэтому можно просто сконцентрироваться на победе в миссии. Так, строим еще несколько заразителей. Да. В принципе, у меня здесь есть уже очень-очень большая армия зараженных тиранов. Мы сейчас ими просто пойдем всех убивать. Приказывай. Ну, вот так вот, видите. На самом деле, такая очень-очень-очень сильная база. Очень сильная армия, извините. Так, собственно, здесь можно много чего убить. Так, это что такое? Это какие-то... Ага. Прикольно, вот это научное судно, оно еще невидимых палит. Это очень-очень-очень прикольно. Так. Доминионцы остановили подачу газа. Все, сейчас пойдут везде эти штуки. Понадобится время. Так, заразители. Поехали. Будем заражать. Поднимаемся вот сюда на хайграунд, будем здесь все убивать. Так, у нас есть вообще что-то, что может убить... Так, непонятно, короче. Ну, как-нибудь можно убить его? Нет, нельзя. Окей. Просто... Заражение распространилось на ближайший лагерь. Отлично. Все, берем Сару, берем наших заразителей и идем просто дальше, вперед. О, у нас тут еще зараженные тираны вперед так идут. Прикольно. Так, давайте, заразители. Давайте. Наши войска атакованы. Ну, в принципе, мне тут осталось буквально чуть-чуть. Опа, смотрите, ребята, там очень-очень большой крейсер. Нам его надо взять, естественно, под контроль. По крайней мере, я это хочу сделать. Что на этот? Так. А где там этот крейсер? Давайте Тора возьмем под контроль. Танк возьмем под контроль. О, повелитель марионеток мне дали какое-то достижение. Прикольно. А где крейсер-то? Видимо, нету крейсера. Ну ладно. Моя месть свершится. Моя месть свершится. Опа, вот он. Захватываем крейсер. Смотрите, у меня есть очень крутой крейсер. И у него даже есть орудие Ямато. Сейчас я вам покажу, как оно работает. Вот так вот. Просто... Невероятно круто. Так, ну что, давайте. Все тут разрушаем. Наша миссия продолжается. Наша миссия продолжается. Танк берем. Где у меня крейсер? Крейсер умер, что ли? Нифига себе. Так, раскладываем где-нибудь здесь вот танк. Минск будет страдать. Опа, 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 опа. Захватываем танк. Отлично. Там еще один танк. Захватывай его. Отлично, Тор мой. Симуляция завершена. Да. Ну все, у меня есть крейсер, у меня есть вообще много чего. Сейчас я просто пойду в нападение. Погнали. Серги не должны прорваться внутрь. Убейте их. Да ладно, давайте. Врагов ждет смерть. Врагов ждет смерть. Рой, это я. Ну все, у меня крейсер, у меня много тут войск. Особенно Мент. Прикольный, конечно, Тор. Что на это? Убиваем базу. Убиваем базу противников просто-напросто. Давайте, кстати, Ямато снова куда-нибудь ударим. Например, вот прямо во вход в лабораторию. Тыщ! Моя королева, минус пол ХП. Дополнительные задачи, ты повысишь свой уровень. Да, и пофигу, если честно, я уже. Их страх. Так, ну все. Добиваем. Новая газовая атака. Через 40 секунд. Мне просто надо сейчас успеть это все сделать. Все тут добить. Опа, еще один Тор. Захватываем. Хе-хе-хе-хе. Захватили Тора. Отлично. Давайте. А, ну все. Мы, видимо, разрушили. Моя королева. Рой готов вторгнуться в лабораторию по твоему приказу. Хорошо. Пришло время узнать, что там внутри. Отлично, победа, зараженные. Мне дали достижение повелитель марионеток. Нужно было убить 60 противников подчиненными боевыми единицами. Ну вот, я там подчинял себе Торов, крейсеры, другие всякие боевые единицы. И вот я ими, видимо, убил более 60 противников. Это очень круто. Но достижение, что заразите все гарнизоны и не потеряйте ни одного, я не выполнил. Потому что просто перестал это выполнять, потому что у меня один все-таки убили. Но ничего страшного. Мы прорвались в эту лабораторию, видимо, следующие миссии будут направлены на то, чтобы ее разрушить.
Ну а с вами был Ремиста. Подписывайтесь на канал, играйте в СК2 HOTS. Пока.